Дело было вечером, делать было нечего. И зашли мы в святую святых для любого музыканта. Это сайт Thomann Deutschland. Зашли для того, чтобы сделать тестовую выборку гитары в начальном и, возможно, начально-среднем ценовом диапазоне. Это тестовая выборка. Мы не будем сегодня брать гитару на основании этого выбора. У меня есть подобные. Я куплю в конце видео гитару, но я уже знаю, что я хочу купить. Поэтому пускай это будет для вас сюрпризом. Но представлю, я себе представлю, что у меня есть определенный багаж информации, знаний, которые я приобрел к сегодняшнему моменту на основании опыта, хорошего и не очень. Я уже знаю, что такое Томан, ему можно доверять. Все очень классно, большой выбор, поэтому давайте же выбирать. Зайдем в гитары. Гитары и басы. Гитары и басы. Здорово. Какую гитару мы хотим выбрать? Ну, конечно же, электрогитару. Электрогитара. Раз, два, три. Дальше выбор просто гигантский на вкус и цвет и так далее. Но я симулирую выбор гитары, который дорог моему сердцу. Я думаю, что это может быть или Strat, Double Cut или Double Cut. Я думаю, давайте станем эксклюзивными. Попробуем посмотреть даблкаты. 318 результатов. Не слишком много. Давайте введем себе некоторые ограничения. Попробуем сэкономить. Поставим цену $100 максимум. $100 максимум. Цена от низкой до высокой. Все производители. Ну нифига себе. Аж три гитары у нас есть до $100. Перес, Джипсон, Харли Бентон, Эпифон. Фильтр, кстати, коряво работает в Томане. Обычно так не должно быть. Когда мы ставим ограничения на каком-нибудь фильтре, остальные должны обновляться. Я имею в виду, что если у нас от 0 до $100 всего лишь три гитары, здесь у нас не может быть показано, что всего их 65, 48 и так далее. Ну да, фиг с ним. Фиг с ним. Три гитары. Сделай сам. Допустим, я не хочу делать сам. Две гитары, Харли Бентон. Допустим, пофигу производитель. Но самое главное, что отпугивает, это материал корпуса. Поплар. Это тополь. У меня не так много критериев, которые я бы советовал жестко применять, но это критерий довольно сильный и жесткий с моей точки зрения. Это дерево. Считаю, что можно выбирать любое дерево, за исключением липы или тополя. Так, три гитары. Давайте увеличим цену до $150. 150. Окей, классно. У нас есть уже 9 гитар. Креймер. Кстати, все. Все. Уже интереснее. Тогда мы применим фильтр. Где он? Show more. Show must go on. Да ёханы ты бабай.
Я в шоке. Саундборд. Саундборд. Вот это то, что я искал. Саундборд — это материал корпуса. Мать вашу. Что мы здесь должны сделать? Мы должны выбрать все. Выбрать все, за исключением Poplar и Basswood. Абсолютно все остальное, я считаю, можно оставлять. Solidwood, кстати, это обманка. Solidwood означает цельное дерево. Они просто не хотят говорить, из какого дерева сделана гитара. Поэтому мы не будем выбирать эту вещь. Окей, у нас сразу пропало все. Кроме трех гитар. Kramer. В принципе, на эти гитары я бы уже даже очень-очень посмотрел. Махогани. Дальше все, можно выбирать то, что нам нравится. Следующий критерий, как надо выбирать гитару, конечно же, по ее внешнему виду. Красивенькая — рассматриваем. Некрасивая — не рассматриваем. Шутка. У меня есть предпочтения. Далее предпочтения. Я предпочитаю гитары с maple фретбордом. Не люблю темные. Хотя, опять же, темный neck фретборд темному рознь. Но если есть выбор между светлым и темным, конечно, я выбираю светлым. Я же на светлой стороне силы. В общем, стратоподобные гитары. Единственное, что в них отпугивает, это форма headstock'а, головы грифа. Если гитара во всем походит на страт, естественно, мы ее сравниваем с ортодоксальной формой страта. Если что-то отличается, шаг влево, шаг вправо, оно сразу бросается в глаза, особенно эти headstock'и. Ну, такой серединчатый вариант, скажем так. В общем, не брал бы я себе ни одну из этих гитар. Идем тогда от 150 до 200. Что у нас есть еще? Еще 6 гитар. Kramer, Epiphone. Epiphone я бы не брал себе. Если возьмем Epiphone, всегда будем чувствовать себя лохами. Потому что у нас будет написано не Gibson, а Epiphone. Лажа. Харли Бентон можно взять, но придется удалить надпись Харли Бентон 80-й наждачкой. Жестко. Кстати, вот этот Харли Бентон DC-600 напоминает мне Gibson SG Supra. Один раз играл я на таком, и он мне очень понравился. Выглядит довольно круто, но не выбрал бы я SG модель, потому что у нее будет neck dive. Она не будет ровно висеть у нас, если мы ее не держим левой рукой, она постоянно падает, самоубивается и так далее. Вот это уже, кстати, интересный вариант. Ух ты! Вот на это я бы обратил внимание. Давайте отложим. Отложим на отдельной вкладке. Я думаю, выберу три гитары. И на этом остановимся. Скажем так, совет от Романа. Так, идем дальше. Дальше. Выше 200. Скажем так, $201-300. Фиг с ним. О, 19 гитар в этом ценовом диапазоне. Прекрасно. Junior. Фигня. Просто потому что Junior — это Junior. Опять же, будешь чувствовать себя лохом, если у тебя гитара будет Junior. Темно-красный. Офигенно. Ну, мы уже подобную выбрали. Поэтому не будем выбирать нечто очень похожее. Харли Бентон CST. Это бестселлер. Убийца PRS. Так называемый. Они умудрились сделать гитару чуть ли не лучше по качеству сборки, чем корейские или индонезийские, как их там, PRS SE корты.
и же с ними. Потому что она дешевле раза в три, а по качеству реально она может быть сделана на том же заводе. Единственный недостаток, на ней не будет написано абсолютно PRS и не будет птичек. Так, 24 лада, T означает тремоло. Хотя знаете, раз такая жара пошла, мы не можем останавливаться абсолютно на трех гитарах. Давайте поднимемся до 500. До 500 и потом выберем самые-самые-самые классные. Остальное просто не нравится, честно. Давайте 301, 400. Еще 10 штучек. Те же самые DC. Hextrom. Выглядит странно. Как какая-то ГДРовская гитара. О, фу, блин. Это что-то очень странное. Что там, фортепиано встроенное. Я в шоке. О, Yamaha RF Star. Все хвалят, но выглядит она... Что за херня? Фу, блин. Идем выше. Повышаем ставки. 401-500. 500. Эпифон. Единственная прелесть — цвет. Странный Hextrom. Эпифон. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Поиграй на нашем эпифоне. Ревстары. В общем, в категории Double Cut. Это не все категории, это только дабл кат гитары. До $500. Сейчас мы должны выбрать победителя между вот этими двумя гитарами. Оба Харли Бентона. Понятно, если мы выбираем Харли Бентон, то придется смириться. Возможно, нас будут считать лохами из-за этой надписи, но... Что поделаешь? В чем разница, кроме цены? Разница заключается в первоисточниках, конечно же. Это PRS-24 Custom. Прообразом гитары являлся. Это, скорее всего, нечто похожее на PRS Santana. Материалы корпусов махогани у обоих гитар, насколько я понимаю. Топ Flame Maple. Здесь просто написано Flame Maple. А здесь у нас AAAA или 4A Flame Maple. Ну, более дорогая штука. В принципе, пофигу. Все остальное абсолютно пофигу. За исключением чего? Scale 628. Scale 635. Ага. У этой мензура короче, у этой мензура больше, это у нас 25 дюймов. В общем, на вкус и цвет. Следующее отличие — наличие тремоло, отсутствие тремоло. Не знаю, мне кажется, надо выбирать, надо брать две обязательно. Можно даже послушать. Давайте сразу по металлу. Нет. Или да. О-о-о-о-о-о-о. Стой! Изыди! Yes. Офиг его знает. Наверное, это интереснее. Блюзец. Окей. А здесь? Да ну нафиг. Все, хватит.
я выбрал. Мне больше нравится вот это. Вот это. Красавица. Просто красавица. Пальчики оближешь. Это, кстати, Вилкинсон. Для тех, кто не знал. Супер. Просто супер. Окей. Давайте выберем что-то еще. Давайте пойдем в другие категории. Другие категории. В принципе, не будем себе парить мозг. $235. Давайте выберем гитары за $235 в двух других категориях. Это будут Strat и Single Cut. 235. Скажем так, возьмем диапазон. Диапазон от 230. 230 до 240. 240. Есть, 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 есть. Странная градация. Точно такой же Double Cut. У Томана находится в категории Strat Style Guitars. Гениально. Просто гениально, Топан. Томан. В общем, конечно, можно выбирать, опять же, CST. С P90 любого цвета, с тремоло, без тремоло. Джексон Динки фигня, не фигня. Мне не очень нравится. Мне не нравится название Динки. Ямаха Пасифика, не ортодоксальная форма. Харли Бентон, Дин, розовый, фиолетовый, розовый. Нет, 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 нет. А, здесь мы возьмем P90 для сравнения. P90 махогани, значит, нужно смотреть. И пойдем куда? На синглкаты. Синглкаты. Ваше здоровье. 230 240. 230 240. Сколько у нас их? 8 штук. Эпифон отметаем, особенно кит. Эпифон отметаем. Почему Харли Бентон я предпочитаю более чем Эпифон? Потому что, честно, Харли Бентон не все знают, что это такое. Не все сразу разберутся. Плюс форма хедстока очень близка, если мы говорим о копии Гибсона, например, к оригиналу, чем у Эпифона. В общем, Эфифон. Брак. Так. Джексон Монарх. Хедстак уродский. Это уже нечто красивое. Прогрессив бандл. Более-менее. Бейсвуд нельзя брать. Нельзя, нельзя, нельзя. Да, аж довольно узкая ценовая категория. Давайте посмотрим прогрессив. Это бандл, мы не будем его сравнивать, потому что он из Байсвуда. Ну все, выбора особого-то нету. Прогрессив лайн. Махогани. Махогани, да, можно брать, можно брать. Послушать вы нам не дадите. Как звучит? Не дадите. Ну, ладно. Ну, реальный прогрессив. Прямо на лицо. Просто ай-яй-яй, какая красота. Хорошо. Сравним теперь. Сравним. Три гитары, которые я выбрал. Ocean Flame, Black Mate, Black Flame,
Я отметаю эту гитару. По сравнению с двумя другими, как-то лучше, как-то они лучше. Так. Гениально. И P90 мы не можем послушать. Хорошо, из этих двух гитар нужно выбирать черную, потому что черная гитара всегда звучит лучше. P90 нужно быть уникальным и брать P90. В общем, из гитар до $500, из трех категорий, которые мы рассмотрели, наш выбор это CST2040P90 Black Flame by the Harley Benton. Бинго! Окей. Теперь обещанный бонус трек. Я говорил, я хочу заказать гитару. Я закажу гитару, но я закажу нечто подобное вот этим двум, но из раздела «Сделай сам». Я уже знаю, как ее найти. Почему-то не понять, как ее найти в разделах. Не разобрался, но я введу вот что. CST Do it yourself. Do it. I wanna do it. Where are you? Here we go. $96. На данном этапе мне не столько интересна гитара, сколько занять себя чем-то, заняться техническим творчеством. В общем, набор «Сделай сам». Я его уже смотрел. И мой критерий отбора, отбраковки, эта гитара прошла. В общем, вся фурнитура, которая здесь есть, не принципиально. Ее можно оставить, можно выкинуть, можно заменить потом. Самое главное – это корпус и гриф. Корпус и гриф. Корпус, насколько я мог смотреть по фотографиям, он не из липы, по крайней мере, на фотографиях. Если бы он был из липы, я бы сразу же отбраковал эту гитару. Но ребята скрывают. Они пишут Solid Wood. Solid Wood, значит, они могут подсунуть все, что угодно. Если они пришлют липу вместо того, что было на фотке, я ничего не могу им сказать. Хотя я могу вернуть гитару. Вот такой вот интересный кит. Это PRS. Это PRS за $96. PRS, который можно делать все, что угодно. Можно его сделать очень похожим на PRS, если есть желание. Для этого придется всего лишь изменить форму хедстока немножко. Они сделали, кстати, очень удобно. Практически полное соответствие PRS-у, за исключением здесь вот посередине. Есть такой наплыв, его можно напильничком удалить, и все будет прекрасно. Здесь они сделали болтовое соединение грифа с корпусом, но нам ничего не мешает вклеить их. Отверстия, которые есть сзади, я могу закрыть двухкомпонентным ремонтным составом для дерева. Если я буду красить ее потом, этого даже не будет заметно. Что еще я думаю сделать с этой гитарой потом? Я думаю поставить сюда, вместо Wrap Around Bridge, как здесь. У меня уже есть тюноматик, причем даже с пьезой. Я поставлю сюда тюноматик и теребоньку. Я не хотел произносить это слово, видите, аж оговариваться стал. Но, конечно, как можно еще назвать трехпозиционный переключатель теребонька, да? Его нужно перенести в ортодоксальное место. Ортодоксальное место для меня – это то место, к которому я привык. Благодаря моей первой, одной из первых гитар, которая была у меня дольше всего, это копия Les Paul, соответственно, переключатель должен быть здесь, сверху. На PRS-ах такое тоже есть. Это, не помню, честно, как модель называется, но у них есть такая же форма гитары, Маккарти, по-моему, и переключатель сверху. В общем, будет чем заняться долгими вечерами.
Ну что ж, приступим. Как это волнительно добавить в корзину. В общем, была минутка цензуры. Thank you for your order. Прекрасно. В общем, через 2-3 недели мне ее отправят. Не было ее в наличии, как и любого кита. Потому что популярным очень сейчас стал товар. Все сидят по домам и строгают гитары. Вот так вот. В общем, это не может не радовать. Будьмо, нехай сейчас стыть, да пребудет с вами сила.